it has the relation with this, related to this, because of endocentric. Snake always head go front. Yes, yeah? Yes, yes, yes. And they calculate, they think about the positive. Is here uh-huh. because it goes uh-huh. first, and the head of the snake is here. Uh-huh. Yes. The helicentric. Yeah. From the way how a snake goes. Yeah, yeah. So this is an old belief. В общем, значит, старые поверья. Во-первых, это по тому, как выглядит остров. И люди как бы аналогию взяли змеи, потому что змея всегда ползет вперед, да? Она смотрит вперед, она сконцентрирована вперед. И они предположили, что вот это и есть голова змеи, вот эта часть острова, и вот как, ну, так назвали, короче, остров змея. Не змеиный остров, а остров змея. And after now, all the places, all the ethnic groups, they believe in the name, because of the symbol of the fertility. Fertility. When in the most of the people are farmers and they grow rice. Yeah. When they harvest the crops, yes. They feed the crops. When they see the snake in the middle of the, it's good. Good for children. Okay. Yeah. Ну, в общем, это связано еще с со старыми, ну, суевериями, что ли. It's some kind of superstitions, yes, yes, yes. Суевериями старыми, что вообще уважают здесь ей и почитают. И если, например, люди выращивают рис и увидел змею вот на этом месте, это очень хорошо, хороший знак. Good sign, good yes. Good sign for the fertility, yes. Yeah. And you know, at every in Florence there are still many things. And in Leo ethnic group, they have a special ceremony for the snake. Yeah. И, ну, как бы, это повсеместно по всему Флорес такие поверья, но вот в Лио, это этническая yeah. группа Венте, у них есть вообще даже особый ритуал по поводу змеи. Because this is the place where the name of Nipa is used. Uh-huh. Nipa snake, it's come from this word. И вообще слово Nipa, вот, ну, название образ змеи пошел как раз от вот этой этнической группы Лио. Like, Nipa, the word of Nipa is from here, yeah? И вообще само слово Nipa from here. Here, Luka is Ula. Ламофот, это вот европейская группа на востоке. Say it again. I'm right. He is Lamaholot there. Lamaholot. It's called Ula. Ламофот называли змею, ну, остров. Нуха-ула. So, Нуха is Нуса, eh? Нуха – это Нуса означает. Ула – это Нипа. Ула – это змея, Нипа. Смотри, совершенно разные слова. Абсолютно different words. Yeah. And Сика? Сика называли этот остров на свой манер. Нухан? With N. Нухан – это опять остров. Улар. Улар. Нухан-улар. Нуха-улар. Итого получается название разных технических групп Нуса-Нипа, Нуха-Ула, Нухан-Улар. Лио называли... Энделио. This one region, Энделио is one region, but the main ethnic group is Лио. Because Энде is a newcomer, people from Sulawesi come to Энде. But the original people are Лио. And this is called Нуса. И вот они как раз и называли это Нуса Нипа. И пошло уже. Да. Yeah. И это настоящее название Флорес. Yeah. Interesting. Yeah. And Нада. 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 Вот этот регион Нада. Регион, yeah. Это вот этот регион. Because they still have influence with Энделио, they also call Нуса Нипа. Тоже Нуса Нипа взяли, поскольку они близко, yeah. они взяли это название от Лио. This is the same, only the accent different, a little different. And some of the words, like Nada is totally different, but they still have the same name of the Nipa. Uh-huh. And Nusa is the same. Ага, ну вот Нада вообще у них свой тоже, опять же, язык, свой диалект, но вот в этом случае они совпадают. И Мангарай. Мангарай, it is all this, yeah. Это западный Флорес.
чаляли. Ну чаляли. Вообще все по-другому. Надо абсолютно different. И все это означает Нусанипа. And all the people in Flores, they believe in the Still believe. И до сих пор вот люди Флорес, живущие на Флорес, верят в змей. Ну как-то почитают. Interesting. And I will copy for you a book, but it's in Indonesia, but I will translate. Do you have the email? I will send yes, you the email okay. And yes, I'll translate yes. Он хочет подарить нам книжку, но потом, когда мы приедем, но она, правда, на индонезийском, yeah. Но он пришлет перевод, если дадим email. Это очень yes. интересно. It's like the whole story of the whole country. That's true, it's yes. only one island. It's only one island, but it is such a big story. Я говорю, что история как целой страны какой-то, да? И вот такое у них расположение, разделение на регионы, разные языки, как даже целая Европа, наверное, да? А тут всего лишь один остров. It's only 360 like the birth life of your view. How many? It's 360. 360 kilometers. For the length of the island. But, length of the island. Yeah, but the drive, the drive it takes 700 kilometers. Всего длина острова это 360 километров, но если ехать, то это будет 700 с лишним. Yeah, so much. Ну, потому что горы, вверх и вниз, ну, в общем, вот так вот, да, и получается many, like, по many, like, here, много like поворотов. Да. If you travel to Flores, this is me. Если next time you must, you must, это удивительно, вот по самому Флорес. If you have more time, если есть больше Flores, времени, приехать на Флорес, I will show you more things. Он, конечно, больше покажет вещи по всему Флоресу. I will see, show you more things. Unfortunately, you don't have enough time. Но это нужно время. Yeah. How long it takes to see Flores, explore? I mean, discover Flores. On Flores, you make it like 7 days. Seven days. Он думает, что 6-7 дней достаточно, чтобы исследовать Флорес полностью. You can... It must be...